Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучиваем Новый Завет по блаженному Феофилакту. Вот три тома показать. Это очень уникальный труд. Вот она как сбоку выглядит. Три тома по 752 страницы. И вот как показано. И кроме того, здесь 240 иллюстраций. Вот они, линии показаны, где идут. Фотографии, которые мы сами раскрасили Гюстава Доре. С подписи, с какого места именно и идет. Вот она как выглядит, на какой бумаге. Не стыдно показать. Здесь вместе с откровением. Вот эти она впервые за 2000 лет вышел так вот комплект, все три, том первый, второй, третий, с откровением. Откровение всегда шло совершенно отдельно. Итак, поехали. Лука 15, 11, 16. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Толкование. Под образом человека выводит Бога воистину человеколюбивого под двумя сыновьями, два разряда людей, то есть праведников и грешников. И сказал младший из них: «Дай мне следующую мне часть имения. Праведность есть древний удел человеческой природы, поэтому старший сын не вырывается из отеческой власти. А грех есть зло, впоследствии родившееся, поэтому и вырывается из-под родительской власти младший сын, который вырос с грехом, превшедшим впоследствии. Имение есть разумность, которой подчиняется и свобода, ибо всякое разумное существо свободно. Господь дает нам разум, чтобы пользовались им свободно, как истинным нашим имением, и дает всем равно, равно. Ибо все равно, все равно разумны, самовластны. Но одни из нас пользуются сим достоинством согласно с назначением, а другие дарования Божие делают бесполезным. Под имением нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам, именно небо, землю, всякую вообще тварь, закон, пророков. Но младший сын увидел небо и обоготворил оное, увидел землю и почтил ее, а в законе его не хотел ходить и пророком делал зло. Старший же сын всем этим воспользовался во славу Божию. Господь Бог, дав все это в равной мере, позволил каждому ходить, жить по своему произволению, и никого, не желающего служить ему, не принуждает. Ибо если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это из совокупности расточил. И что было причиной? То, что он пошел в дальнюю сторону. Ибо когда человек отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, тогда он расточает все божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно погибели, по сказанному: «Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15:8. А удалившись и отступив от Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло. Почему же так? По словам: «Вот удаляющие себя от тебя гибнут». Псалом 72:27. Итак, неудивительно, что он расточил имение. Ибо добродетель имеет один предел, и есть нечто единое, а злоба многочастна и производит много соблазна. Может быть, благодарю. Например, для мужества один предел, именно когда и как и на кого должно употреблять гнев. А злобы два вида – страх и дерзость. Видишь ли, расточается разум, и единство добродетели погибает.
когда это имение расточено, и человек не живет по разуму, то есть по естественному закону, не последует закону писанному и пророков не слушает, тогда наступает для него сильный голод. Не голод хлеба, но голод слышания слова Господня. Пророк Амос 8.11. И он начинает нуждаться, поскольку не боится Господа, но далеко отстоит от Него. Тогда как боящимся Господа нет скудости. Псалом 33.10. Так как боящийся Господа крепко любит заповеди Его, поэтому слава и богатство в доме Его, и он скорее по своей воле расточает и дает убогим. Псалом 111.1.3.9. Так он далек от скудости. А кто далеко ушел от Бога и не имеет перед своими очами грозного Его лица, тот, неудивительно, будет испытывать нужду, поскольку в нем не действует никакое божественное слово. И пошел, то есть далеко зашел и укрепился в злобе. Пристал к одному из жителей страны той. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, а совокупляющийся с блудницей, то есть природой бесов, становится одно тело с нею. 1 Коринфянам 6, 17, 16. Все цело делаясь плотью и не имея себе места для духа, подобно жившим во дни потопа, Бытие 6.3. Жители той страны, отдаленной от Бога, без сомнения, суть бесы. Успев и сделавшись сильным в злобе, он пасет свиней, то есть и других учит злобе и грязной жизни. Ибо все находящие удовольствие в тине бесчестных дел и вещественных страстей – суть свиньи. Глаза свиные никогда не могут смотреть вверх, имея такое странное устройство. Почему и пасущие свиней, если поймав свинью, долго не могут укротить ее визг? Загибаете ей голову назад, и таким образом умеряете ее визг. Как человек, пришедший на такое зрелище, какого он никогда не видал, когда поднимает глаза на сцену, бывает поражен и молчит. Так глаза тех, кои воспитаны во зле, никогда не видят горнего. Господи помилуй. Всех-то пасет превосходящий многих во злобе. Каковы? Содержатели блудниц, начальники разбойников, мытарей. Ибо у всех такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней. Несчастный сей желает насытиться грехом, но никто не дает ему сего насыщения, ибо привыкший к злу не находит насыщения в нем. Удовольствие не постоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит, и несчастный сей опять остается с пустотой на душе, ибо грех подобен рожкам, имея сладость и горечь. На время он услаждает, но мучит навеки. Никто не даст насытиться злом тому, кто услаждается им. Лука 15, 17, 21. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Толкование. Со временем распутный пришел в себя, ибо доколе он жил развратно, он был вне себя. Говорится, что он расточил имение, и справедливо, поэтому он вне себя. Ибо кто не управляется разумом, но живет как неразумный и других доводит до неразумия, тот вне себя, и он останется при своем имении, то есть при разуме. Когда же кто сообразит, в какое он впал бедствие, тогда он приходит в себя через размышление и обращение от блуждания вовне к покаянию. Под наемниками, вероятно, разумеет оглашенных, которые, как еще не просвещенные, не успели еще сделаться сынами. А оглашенные, без сомнения, удовольствуются духовным хлебом, с избытком, каждодневно вкуслушая чтение. И чтобы тебе знать различие между наемником и сыном, слушай.
три разряда спасающихся. Одни, как рабы, делают добро из страха суда. На это намекает Давид, когда говорит: «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». Псалом 118-120. Другие наемники – это, кажется, те, которые стараются благоугождать Богу из желания получить благо. Как тот же Давид говорит: «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек, до конца». Псалом 118-112. А третьи – сыны, то есть те, кои соблюдают заповеди Божии из любви к Богу, о чем опять тоже Давид свидетельствует: «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Псалом 118-97. И опять: «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил». Псалом 118-48. «О некоторых убоялся». И еще: «Дивны откровения твои, и поскольку дивны, потому хранит их душа моя». Псалом 118-129. Итак, когда тот, кто находился в разряде сынов, но потом через грех лишился сыновства, увидит, что другие наслаждаются божественными дарованиями, причащаются божественных тайн и божественного хлеба, а под названием наемников можно разуметь не только глашенных, но и вообще членов церкви, находящихся не в первом чине, тогда он должен сказать сам себе сии слова сожаления: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода, но встану, то есть от падения греховного. Пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою. Оставив небесное, я согрешил против оного, предпочтя ему презренное удовольствие и вместо неба своего отечества, выбрав лучше страну голодную. Ибо как тот, можно сказать, грешит против золота, кто предпочитает ему свинец, так тот грешит против неба, кто предпочитает ему земное. Встал и пошел к отцу своему». Ибо нам должно не только желать того, что угодно Богу, но и самым делом исполнять. Ты видел теперь теплое покаяние, посмотри же и на милосердие отца. Он не дожидается, пока сын дойдет до него, но сам спешит навстречу и обнимает его. Ибо, будучи по природе отцом, Бог есть отец и по благости. Он весь всего обнимает сына, чтобы со всех сторон соединить его с собой. Прежде, когда сын сам удалялся, время было и отцу удалиться от объятия. А когда сын приблизился через молитву и обращение, тогда благовременно стало и обнять его. Отец пал на шею сыну, показывая, что она непокорная прежде, стала ныне покорной, и целовал его, обозначая примирение и освящая уста прежде осквернившегося, как бы некое преддверие, и через них ниспосылая освящение и вовнутрь. Лука 15:22-23. А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Толкование. Под рабами можешь разуметь ангелов, так как они суть служебные духи, посылаемые на служение для достойных спасения. Евреям 1:14. «Ибо они, обращающегося от злобы, одевают в лучшую одежду, то есть или в прежнюю, которую мы носили прежде, это греха, одежду нетления, или в одежду лучшую всех прочих, какова одежда крещения, ибо она первая надевается на меня, и через нее я снимаю с себя одежду неприличия». Под рабами можешь разуметь ангелов и потому, что они служат при всем том, что совершается ради нас, и что мы освящаемся при посредстве их. Под рабами можешь разуметь и священников, так как они обращающегося одевают через крещение и учительское слово и надевают на него первую одежду, то есть самого Христа. Ибо все мы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. Галатам 3:27.
и дает перстень на руку, то есть печать христианства, которую мы получаем через дела. Ибо рука есть знак деятельности, а перстень – печати. Итак, крестившийся и вообще обращающийся от злобы должен иметь на руке, то есть на всей деятельной силе, печать и признак христианина, чтобы мог показать, как обновился по образу создавшего его. Или иначе, под перстнем можешь разуметь залог духа. Скажу так, Бог даст совершеннейшее благо тогда, когда наступит их время, а ныне, для уверения, как бы в виде залога будущих благ, дает нам такого рода дарования. Одним – дар чудотворения, другим – дар учительства, иным – другой какой-нибудь дар. Принимая сии дары, мы с твердостью уповаем на получение совершеннейших. Дается обувь на ноги, чтобы они сохранились как от скорпионов, то есть от погрешностей, по-видимому, малых и тайных, как говорит Давид, Псалом 18:13. Однако ж, и тех смертоносных, так и от змей, считаемых, видимо, вредными, то есть от грехов. И иначе, удостоенному первой одежды дается обувь в знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Ибо отличительное свойство христианина – быть полезным для других. Кто есть упитанный телец, заколаемый и едомый, это нетрудно понять. Нет. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий, поскольку Он – человек и принял на Себя плоть, по природе неразумную и скотоподобную, хотя и наполнил ее собственными совершенствами, поэтому назван Тельцом. Телец не испытал ярма закона, греховного. Но есть телец откормленный, поскольку определен на сие таинство прежде создания мира. 1 Петра 1:20. Быть может, покажется изысканным то, что еще имеет быть сказано. Однако ж, пусть будет сказано. Хлеб, который мы преломляем по виду своему, состоит из пшеницы, поэтому может быть назван откормленным пшеницей, а по духовной стороне есть плоть, поэтому может быть назван тельцом. И таким образом, один и тот же есть телец и упитанный. Итак, всякий кающийся и делающийся Сыном Божиим, особенно же восставленный и вообще от греха очищаемый, причащается всего упитанного тельца, и бывает причиной веселья для отца и рабов его, ангелов и священников. Ибо был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Комментарий Игнатия Лапкина. Есть места Священного Писания, которые толкуются только один раз. Притом один раз во всей Библии встречается это место. Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Но слово о проповеди Слова Божия встречается бесчисленное число раз прямым текстом в притчах и иносказательно. Почему одно повторяется, а другое слово стоит в одиночестве? Очевидно, потому что Дух Святой знает, чему люди более всего будут противиться. Каждое место Священного Писания – это как воин с оружием против замыслов сатаны. Выходя на битву, вожди делали подсчет своего войска, закрывая последнюю страницу Библии, мы можем увидеть не сотни, а тысячи мест. Передовое охранное войско Иеговы. Это его благовестники. И святые отцы, на которых ссылается блаженный Феофилакт, это отлично понимали. Если православные священники и их прихожане не идут проповедовать чистое Евангелие, не об рядоверии, не о том, как хранить человека, то встречаться они с живыми святыми отцами и с этим же Феофилактом, они и живым им противостали бы и стояли бы в оппозиции к ним. Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Мы специально подчеркиваем отдельные места толкования Феофилакта, чтобы громче ударить по ушам православным батюшкам, по ушам и архиереям, чтобы они решительно отмежевались от слова «православие» и по-честному сказали, что они враги Библии, враги святых отцов,
что они измыслили новую веру под именем православия, создав себе огромную кормушку во тьме, и церковь превратили в скотомогильник. У достойному первой одежды дается обувь знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Исаия 52:7. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Римлянам 10:15. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Лука 15:25, 32. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здорово». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том понадобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Толкование. Здесь дают пресловутый вопрос: как оказывается завистливым сын, который в прочих отношениях жил и служил отцу благоугодно? Но он решится, коль скоро сообразят, почему была сказана сия притча. Притча эта вместе с предыдущими сказана была без сомнения, потому что фарисеи, считавшие себя чистыми и праведными, роптали на Господа за то, что он принимал блудниц и мытарей. Если же она сказана потому, что роптали фарисеи, которые, по-видимому, были праведнее мытарей, то смотри, что лицо сына, по-видимому, ропщущего, относится ко всем, кои соблазняются внезапным благополучием и спасением грешников. Это не есть зависть, но излитие человеколюбия Божие, непонятное для нас, а потому рождающее ропот. И Давид не выводит ли лица соблазняющихся миром грешников. Псалом 72:3. Подобно так и Иеремия, когда говорит: «Почему путь нечестивых благоуспешен? Ты насадил их, и они укоренились». Иеремия 12:1-2. Все это свойственно слабому и бедному уму человеческому, который возмущается и приходит в недоумение при виде недостоинства, именно благополучия людей порочных. Итак, отсюда не зависть обнаруживается, но сей притчей Господь вразумляет фарисеев, чтобы они не досадовали на принятие грешников, хотя бы сами и были праведны, и соблюдали всякую заповедь Божию. И немало неудивительно, если мы огорчаемся принятием тех, кои кажутся недостойными. Человеколюбие Божие так велико и так обильно подает нам свои блага, что отсюда и ропот может родиться. Так мы говорим и в обычной беседе. Часто, оказав кому-нибудь благодеяние, потом не получив от благодарности от него, мы говорим: «Все порицают меня за то, что я так много облагодетельствовал тебя». Хотя, может быть, и никто не порицал нас, но, желая показать величие благодеяния, мы выдумываем это. Рассмотрим же эту притчу по частям и как бы в кратком извлечении. Старший сын был на поле, то есть в мире сем, возделывал свою землю, то есть плоть, чтобы она изобилова хлебами, и сеял со слезами, чтобы пожать с весельем. Псалом 125:5. Узнав о случившемся, он не хотел войти в общую радость. Но человеколюбивый отец выходит, зовет его и сообщает ему, что причина веселья является оживление мертвого, чего тот не знал, как человек, соблазняющийся и обвиняющий отца за то, что он не дал ему и козленка,
а для распутного заколол откормленного теленка. Что означает козленка? Можешь узнать из того, что всякий козленок причисляется к стороне левой и стороне грешников. Матфея 25:33-41. Итак, добронравный говорит отцу: «Я проводил жизнь во всяком труде, терпел гонения, неприятности, оскорбления от грешников, и ты никогда не заколол для меня и не убил козленка, то есть оскорбляющего меня грешника, чтобы я мог найти малую приятность». Например, Ахав был козел по отношению к Илии. Он гнал пророка, но Господь не предал тотчас его, козла, на заклание, чтобы немного обрадовать Илию и успокоить с друзьями его, пророками. Поэтому Илия и говорит Богу: «Разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили». 3 Царств 19:14. По отношению к Давиду козлом был Саул и все клевещущие на него, которым Господь позволял искушать его, но которых не убивал для удовольствия Давида. Поэтому Исей говорит: «Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут». Псалом 93:3. Так и Исей, представляемый в Евангелии, сын говорит, который постоянно в трудах: «Того ты не удостоил никакого утешения, ни даже не предал на заклание никакого из оскорбляющих меня, а теперь так, без труда, спасаешь распутного». Лука 16:1-9. «Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что растащает имение его, и, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“». Так. Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: „100 мер масла“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: „100 мер пшеницы“. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители“. Толкование. Всякая притча прикровенно и образно объясняет сущность какого-нибудь предмета, но не она во всем подобна тому предмету, для объявления которого берется, для объяснения которого берется. Поэтому не должно все части притчи изъяснять до тонкости, но, воспользовавшись предметом насколько прилично, прочие части нужно опускать без внимания, как прибавленные для целости притчи, а с предметом, не имеющим никакого соответствия. Так нужно поступить и с прежде предложенной притчей. Ибо если мы возьмемся до тонкой подробности объяснять все, кто домоправитель, кто приставил его к управлению, кто донес на него, кто должники, почему один должен маслом, а другой пшеницей, почему говорится, что они должны были по 100, и если все прочие вообще будем исследовать с излишним любопытством, то мы сделаем речь темной, причем вынужденные затруднениями, может быть, дойдем до смешных объяснений. Поэтому настоящей притчей должно воспользоваться столько, сколько можно. Поясню несколько. Господь желает здесь научить нас хорошо распоряжаться веренным нам богатством. И, во-первых, мы научаемся тому, что мы не господа имения, ибо ничего собственного не имеем, но что мы управители чужого, веренного нам владыкой, с тем, чтобы мы располагали имением хорошо и так, как он повелевает. Потом научаемся тому, что если мы поступаем в управлении богатством
не по мысли владыки, но веренное нам расточаем на свои прихоти, то мы такие управители, на которых сделан донос. Ибо воля владыки такова, чтобы веренное нам мы употребляли на нужды сослужителей, а не на собственное удовольствие. Когда же на нас доносят, и мы имеем быть отставленными от управления имением, то есть исторгнутыми из здешней жизни, когда именно мы будем давать отчет в управлении после представления от сели, тогда мы поздно примечаем, что нужно делать, и приобретаем себе друзей богатством неправедным. Неправедным называется то богатство, которое Господь вручил нам для употребления на нужды братьев и сослужителей, а мы удерживаем оное для самих себя. Но поздно мы ощутим, куда нам обратиться, и что в этот день мы не можем ни трудиться, ибо тогда ни время делать, ни милостыни просить, ибо неблагоприлично, так как девы, просившие милостыни, названы глупыми. Матфея 25:8. Что же остается делать? Раздели с братьями это имение, чтобы когда перейдем от сели, то есть переселимся из здешней жизни, бедные приняли нас в вечные обители. Ибо нищим во Христе назначены в удел вечные обители, в которые они могут принять явивших им любовь через раздачу богатства. Хотя оное, как принадлежавшее владыке, сначала нужно было раздать бедным, а несут должники по сказанному. Он всякий день милует и взаймы дает. Псалом 36:26. И в другом месте. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Притча 19:17. Итак, предварительно нужно было все раздать этим добрым должникам, которые уплачивают во сто крат. Впрочем, когда мы оказываемся управителями неверными, несправедливо удерживая за собой то, что назначено для других, нам не должно навсегда оставаться в этом бесчеловечии, но должно раздавать бедным, чтобы они приняли нас в вечные обители. Когда мы так будем изъяснять эту притчу, то в объяснении не встретится ничего ни лишнего, ни изысканного, ни снагодательного. Впрочем, выражение «сыны века сего догадливее» и далее, кажется, означает нечто другое и неудобопонятное или странное. Сынами века сего называют тех, кои придумывают все, что на земле полезно для них. А сынами света – тех, которые из любви к Богу должны преподавать другим духовное богатство. Итак, здесь говорится, что люди, поставляемые в управители человеческим имением, всячески стараются о том, чтобы после отставки от управления иметь утешение. А сыны света, поставляемые, то есть получающие в доверие управление духовным имением, нисколько не думают о том, чтобы после сего получить себе пользу. Итак, сыны века сего суть те, коим верено управление человеческими делами, и кое в своем роде, то есть в жизни сей, умно ведут свои дела. А сыны света, те, кои приняли имение с тем, чтобы управлять им, боголюбезно. Оказывается, что управляя человеческим имением, мы умно ведем свои дела и стараемся, чтобы иметь какое-нибудь убежище из жизни, и тогда, когда будем отставлены от всего управления. А когда управляем имением, которым должно распоряжаться по воле Божией, мы, кажется, не заботимся о том, чтобы нам по представлению из здешней жизни не подпасть ответственности за управление и не остаться без всякого утешения. Поэтому мы и называемся неразумными, что не думаем о том, что будет полезно для нас после сего, но будем приобретать себе друзей в нищих, употребляя на них неправедное богатство, данное нам от Бога в оружие правды, но нами удержанное в свою пользу и потому превратившееся в неправду. Если же богатство, праведным путем доставшееся, когда им управляют нехорошо и не раздают нищим, вменяется в неправду и в мамону, то тем более богатство неправедное. Будем же сим последним приобретать себе друзей, чтобы, когда умрем и переселимся из здешней жизни, или в другом случае будем малодушествовать от осуждения, а не приняли нас там вечные обители. Лука. Все, Игнать Ильич. Все. Да.